последнее время на украинской эстраде не появляются новые талантливые исполнители. И один из них у нас в гостях. Встречайте Коля Серга! Коля Серга! Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Добрый вечер, Коля. Привет, мама. Добро пожаловать в вечерний квартал. И прежде чем ты начнешь петь... Ну, петь сейчас было громко сказано. Да. Громковато. У нас тебе пару вопросов. Да, Колян, знаешь, вот слушая твои песни, сразу возникает вопрос. Вот эти вот тексты, хотя нет, тексты как-то я громко сказал, да. Может быть, слова. Слова тоже не то. Вот эти вот буквы. Как-то благородно звучит. Как это сказать, Степан? Звуки. Вот эти вот звуки ты сам придумываешь для своих песен? Я придумываю свои песни для этих звуков, на самом деле. Достойный ответ. Ну, кстати, это в таком в юмористическом стиле. Я слышал, что ты практически на ходу сочиняешь веселые стихотворения. Вот «Новая волна» про шоу-бизнес, там, да, что-то было. Да, да, да. Мы сегодня предлагаем тебе поиграть небольшую игру, вспомнить старые добрые стихотворения из детства. Ну, то есть мы начнем реальные первые две строчки буквально, а ты в своем стиле продолжишь. Ну, весело. Ну, старое доброе буриме. Да? Как в детстве играли. Попробуем? Давайте попробуем. Попробуем. Ну, что-нибудь простенькое там. Однажды в студенную зимнюю пору... Козловский примерз бородой к забору. Ну вот. Неплохое начало. Стоит и из глаз вытекает ручей, ведь сзади гуляют звери в Сергееве. За это отдельные аплодисменты должны быть. Причем Зверево. Неплохое начало, продолжим в том же духе. Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник. Это батя мой родной. Немного из классики. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Давай же просыпайся, гад, Тарзан будил свой агрегат. Ну, или так. Ну что, нормально, достойно. Давай басню вспомним. Проказница, мартышка, осел, козел и косолапый мишка. Два таракана, два бульдога, у Могилевской кадров много. Нормально, достойно. Я вернусь к классике. Убит поэт, невольник чести. Пойду сниму кольцо и крестик. Да, а тогда такое. Сижу за решеткой в темнице сырой. На Твиттере статус у Юли такой. Ну вот это ближе к теме. Так, тогда у меня последний. Ну давай. Вернемся к басням. Мартышка к старости слаба глазами стала. И шоуманию вести устала. Ну вот, тоже достойно. Теперь поет на М1, увы, маразм не победим. Друзья, встречайте Коля Серга! Коля Серга!